Привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Мы находимся в Афсаларе, на самом красивом пляже в Алании. Здесь потрясающее море, солнце, стоит великолепная погода. Народ уже купается в конце апреля. И сегодня вместе с вами мы отправимся смотреть три объекта, который уже сдан, который только будет сдан в сентябре и который только на этапе еще не строительства, даже не заложен фундамент. Почему я делаю для вас это видео? Потому что приходит очень много запросов показать разные варианты недвижимости. Недвижимости для проживания, для аренды, для инвестиций. И, на мой взгляд, Афсалар также по некоторым личным причинам, я вам расскажу об этом чуть позже, мне очень нравится. Этот район подходит для тех, кто хочет быть близко к морю, для тех, кто хочет быть близко к природе и для тех, кто ищет комфортные условия для проживания. Поэтому сейчас с этого потрясающего пляжа мы с вами переносимся на наш первый объект. Мы приехали в первый комплекс, который я хочу показать вам в этом видео. Этот комплекс расположен в 1800 метрах от потрясающего пляжа в Афсаларе. И если вас интересует новое жилье, то есть три варианта. Это дом, который уже построен, готов к заселению. Есть вариант на этапе строительства и, конечно же, вариант офф-план, где фундамент еще даже не заложен. Все три варианта мы вам покажем. Ну а сейчас мы пройдем вот в этот комплекс, в котором 30 квартир, на продажу осталось всего 5. Комплекс со всеми удобствами, с инфраструктурой и расположен в очень-очень красивом и живописном месте. Как я уже сказала, этот комплекс вот буквально совершенно недавно сдали. И сейчас здесь идут работы по благоустройству, комплекс чистят, но уже есть те, кто проживает в этом доме. Это подъезд, здесь будут стоять красивые кресла, комфортабельные, где вы можете отдохнуть, когда приходите откуда-либо с пляжа, с рынка или просто с прогулки. Далее лифты, здесь два лифта, есть система видеонаблюдения, лестница наверх. Детская комната, и далее по прямой идут зоны общего пользования. Это, конечно же, бассейн с сауной, с комнатами для переодевания, с душевыми кабинками. Бассейн, который будет работать, например, в зимнее время года, когда летом купаться в бассейне на улице еще холодно. Здесь также будет расположен небольшой, но очень уютный вот такой вот фитнес-зал. И сам бассейн, где также будут стоять лежаки. Территория будет полностью озеленена. И здесь совершенно комфортно, можно будет наслаждаться свежим воздухом и отдыхать около бассейна. Мы находимся уже внутри комплекса, поднялись на 5-й этаж. Как я уже сказала, этот комплекс новый, вот буквально пару месяцев назад его сдали, и до сих пор здесь идут какие-то отделочные работы и так далее. Квартиры готовят к тому, чтобы жильцы могли уже заселиться. В этом комплексе 30 квартир, по 6 квартир на каждом этаже. И на продажу осталось всего 5 квартир. Покажу вам одну из таких квартир. Квартира 1+1 с гостиной, которая совмещена вместе с кухней. В стоимость входят вот эти вот все ящики, отделка, сантехника в туалете. И что очень здорово в этом комплексе, он находится в потрясающе тихом и красивом месте. 1800 метрах от моря, и здесь очень большие классные балконы, с которых открывается вид на вот такие вот зеленые окрестности, и вдалеке виднеется море. Что мне понравилось именно в этой квартире, она на продажу, что здесь вы можете совершенно обособленно находиться на своем балконе, наслаждаться природой
Если захотите спуститься в бассейн, наверху есть зона для отдыха всех жильцов, будут стоять лежаки, будет зона для барбекю. Комната, спальная комната выглядит тоже вот таким вот образом. Вся отделка, все здесь уже есть, розетки, окна, поставлены стены. То есть комплекс полностью готов к заселению. И осталось на продаже всего 5 квартир. Планировочка чуть-чуть отличается, но в принципе они все похожи. Вот так вот выглядит ванная комната, вся сантехника, душевая кабина. Все здесь есть. И на входе в квартиру будет стоять шкаф, куда вы можете также поставить, например, стиральную машину. И уже установлен вот такой вот нагреватель воды. Это новая система, очень экономичная. Мы таким тоже пользуемся, поэтому всем рекомендую. На этом этаже также есть квартира, которая смотрит прям на море. Вот эта вот квартира стоит 45 тысяч евро, а квартира, которая чуть-чуть другой планировки и смотрит на море, она стоит 49 тысяч 500. Здесь также гостиная с кухонным гарнитуром и спальная комната и ванная комната такого же плана. Здравствуйте всем, меня зовут Мария. Мы приехали в прошлом году, в октябре месяце. Очень быстро купили квартиру, где-то дней за 6. Вот. Пожили до Нового года здесь. Потом по семейным обстоятельствам уехали в Россию. И вот недавно приехала сюда, еще успела до закрытия границ. Чему очень рада, наслаждаюсь жизнью в Салларе, в Аланье. Шикарное море, воздух, все, фрукты, овощи, люди, обстановка. Приезжайте к нам, как только границы откроют. На крыше расположена терраса, также сюда, конечно же, можно доехать на лифте. И вот такая вот большая терраса, на которой будет зона для барбекю, будут стоять лежаки. В этом видео я показываю вам три разных комплекса. Вот этот вот комплекс уже сдан и готов к заселению. А совсем недалеко отсюда будет построен еще один комплекс класса люкс. Вот на вот этом вот холме, где находятся оливковые деревья. Не волнуйтесь, оливковые деревья вырубать никто не будет. Сад останется, но рядом будет стоять красивый комплекс класса люкс, и оттуда открывается потрясающий вид на море, потому что комплекс будет стоять на холме. Этот комплекс будет построен через 2 года, и есть рассрочка до окончания строительства, поэтому если вы хотите приобрести жилье с рассрочкой, вот это вот один из таких прекрасных вариантов. Ну, сейчас мы с вами именно туда и отправимся. Погода сейчас установилась очень комфортная, ночи теплые, в квартире тепло, днем в любом случае бывает солнце, даже если пасмурно, оно все равно выглядывает потом, после обеда. Вот. И на самом деле, хоть ветер, но очень тепло и комфортно. Люди плавают уже с начала апреля, вода где-то сейчас градусов 20. Сейчас мы приехали на место, где будет построен очень красивый комплекс класса люкс. Комплекс будет построен вот здесь, будет состоять из 4 блоков. И совсем рядом с комплексом расположена как раз вот эта вот оливковая роща, которую я вам показывала. Строительство начнется совсем скоро, и комплекс будет готов через 2 года. Если вы хотите приобрести жилье или инвестировать в жилье в Турции на этапе строительства, это, ну, одно из самых лучших уникальных предложений сейчас на рынке.
И если вы хотите увидеть, как комплекс будет выглядеть уже в готовом виде, пожалуйста, посмотрите видео, которое подготовила строительная компания. В этом комплексе есть квартиры с планировкой 1 плюс 1, 2 плюс 1 и пентхаусы 3 плюс 1. И на данный момент осталось всего 4 квартиры по цене 41 500 евро. Это начальная цена, по которой стартовала продажа квартир в этом комплексе. Также у этого комплекса будет свой собственный пляж на берегу моря, во Вавсаларе, как раз где мы и находимся. И будет трансфер, на котором вы сможете доехать до пляжа. Этот комплекс будет построен с учетом всех условий охраны окружающей среды, и здесь также будет стоять особый аппарат, который будет собирать дождевую воду для того, чтобы экономить воду и поливать сад именно вот этой вот дождевой водой. Поэтому рассмотрите это предложение, очень красивое место, зелено, собственный трансфер и очень хороший вариант инвестировать именно в такой комплекс, строительство которого еще не началось. Квартиры здесь раскупаются очень быстро, поэтому, если вам это интересно, обратите внимание. Ну а сейчас мы отправимся в другой комплекс, который уже практически построен и будет сдан в сентябре месяце. Он расположен в 1300 метрах от моря, также от потрясающего пляжа во Вавсаларе. Оливки в Алании растут практически везде. Оливковые деревья можно встретить и в центре города, и за городом. И оливки поспевают, ну, примерно к сентябрю, к октябрю. Вот вы видите, они уже отцвели и зарождаются вот такие вот плоды. Оливки очень классные, их можно покупать в сыром виде, солить самостоятельно или покупать уже готовые оливки у местных хозяек, засоленные. Либо зеленые оливки, либо черные оливки. В общем, очень-очень вкусные. Мы всегда покупаем вот именно такие свежие оливки, приготовленные дома. Свободное время у меня начинается рано. С 6 утра. Здесь немножко другой ритм жизни. Стараюсь ложиться пораньше, где-то до 11. Темнеет рано. Вот. И в 6 утра уже подъем. Обязательно занятие спортом. Обязательно поход к морю, на рынок, встречи с друзьями. Также в Аланию ездила уже несколько раз. Вот. И вообще здесь очень много мест для прогулок, для такого времяпрепровождения расслабленного. Вот. И очень много положительных эмоций. Смотришь кругом и думаешь, выходишь из дома и радуешься жизни. Вот, и говоришь спасибо за все, за то, что есть такая возможность. Друзья, вот такая вот потрясающая встреча у нас состоялась на пляже во Вавсаларе, Мария.
подписчица моего канала, которая живет как раз в Авсаларе. И поговорив с Марией, еще раз я убедилась в том, что Авсалар действительно просто шикарный район. Здесь очень классный пляж, здесь очень все близко, комфортно. И Мария, вы, я думаю, Мы очень довольны. Счастливы, довольны. Сейчас у нас апрель месяц, 21 число. 21. Но посмотрите, люди уже купаются, дети бегают. И за счет того, что здесь вот такой вот пляж, да, плавный очень вход в море, можно детишек свободно отпускать. Они наслаждаются морем, бегают, играют. Как вам? Я вижу, что вы просто... Друзья, совсем недавно я делала видео о том, что прямо с таким вот заголовком, кто не смотрел, посмотрите. Счастье – это Аланья. И это действительно счастье, потому что посмотрите на лицо довольного человека. Ну и сама я здесь, живя уже более 11 лет, точно могу сказать, что счастье – это действительно Аланья. Даже если удается всего на 5 минут мне выйти к морю, ну, это стоит всего. Это стоит всех часов работы в офисе, каких-то тяжелых рабочих моментов и так далее. Это просто классно. Спасибо большое, что подписаны на мой канал и что поделились вашей историей. Была рада встрече. Являюсь подписчиком уже, наверное... С самого начала. Действительно, очень много комментариев всегда пишу. И мы с вами даже переписывались в WhatsApp. Теперь познакомились лично, значит, будем обязательно общаться, встречаться. Да, обязательно. А вы, если не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что у меня очень много всего самого интересного, именно того, что вы не найдете ни у кого другого. Мы приехали в третий комплекс, который находится также в Авсаларе. Он находится в 1300 метрах от моря и будет сдан в сентябре месяце этого года, 2021 года. В этом комплексе 42 квартиры, 1 плюс 1. На продажу осталось всего 10 квартир. И мы сейчас находимся в квартире на 5 этаже с потрясающим видом, которая уже продана. Стоимость этой квартиры 49 500 евро. Самая дешевая квартира в этом комплексе стоит 45 000 евро. Как вы видите, здесь уже вся инфраструктура есть, дороги, можно очень быстро доехать до пляжа, до ближайших магазинов. И в этом комплексе будет точно такая же инфраструктура, хорошая инфраструктура, как и в первом комплексе. Сауна, хамам, бассейн, фитнес-зал и так далее. Ну, конечно же, сауна, детская комната и так далее. Вот таким вот образом выглядит квартира 1 плюс 1. В ванной комнате полы будут с подогревом. Если вы хотите, вы также можете сделать полы с подогревом по всей площади своей квартиры. Ну, вот видите, ребята работают, готовят комплекс к сдаче. Рядом с этой проданной квартирой есть еще одна квартира, которая свободна, стоит она также 49 500, и с нее открывается такой же красивый вид на зелень, на близлежащие окрестности. Есть гостиная, будет совмещенная с кухней, спальня и санузел. Далее мы с вами выходим из квартиры в коридор, где... Также будет очень красивая отделка. В подъезде будет очень красивая отделка. И лифты здесь расположены, два лифта на этаже. Лифты расположены один напротив друг друга. На первом этаже будет расположена вся инфраструктура комплекса. Общие территории, которые сейчас вам покажу. Мы спустились на первый этаж и входим в подъезд. Здесь будет лестница наверх. Как вы видите, идет еще стройка, отделочные работы еще не начались. Два лифта. И здесь будет вся основная инфраструктура. Детская комната, фитнес. Ну и, конечно же, зона открытого и закрытого бассейна. Хамам, сауна. Душевые кабины, комнаты для переодевания. Здесь будет все. Ну и, конечно же, будет озеленение территории и бассейн, который будет находиться на улице.
Вот такое вот интересное предложение на этапе строительства. Кстати, в этом комплексе также есть рассрочка до окончания строительства, до сентября 2021 года. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал. В описании к этому видео есть все мои контакты. Ну и, конечно же, как я уже говорила, если у вас возникают какие-то вопросы по поводу приобретения, аренды, инвестиций, покупки, продажи, по поводу недвижимости и проживания в Турции, обязательно пишите мне на мой WhatsApp. Я отвечаю абсолютно всем. Ну и, конечно же, приезжайте в прекрасную Аланию, в Турцию, потому что здесь действительно счастье жить, быть, отдыхать. Но невозможно остаться равнодушным вот такой вот красоте, а тем более, если здесь жить временно или постоянно. Но это действительно радость, вот именно та радость в жизни, которую, я абсолютно уверена, ищет каждый из вас. Поэтому добро пожаловать в Аланию, в Турцию. Всем всего хорошего, будьте здоровы, пока-пока.